Благоустройство школьной началось еще летом, и многим местным жителям не терпелось увидеть, какой улица станет после завершения всех работ. И вот финал уже заметен. Благодаря архитектурным изысканиям школьная стала светлее и шире. По проекту озеленения здесь уже высадили около 1000 кустов кизильника и саженцы туи. Мы надеемся, что конец ноября закончится полностью благоустройство, произойдет высадка шикарных туй. Приживаемость у них тяжелая, но будем сохранять, будем удобрять, будем прикармливать. Кусты, которые посадили, будут, это кизильник, он хорошо поддается стрижке, вот, будет шикарная живая изгородь. Алексей живет на школьной уже четверть века. За это время улица не раз менялась внешне, и нынешнее обновление видновчанину понравилось. Но мне кажется, в этом есть какая-то новизна, какая-то такая европеизация, может быть, вот, нашей улицы. Улица старая достаточно, ну все, относительно, конечно. Вот, исторический центр уже теперь города признанный. Вот, и мне кажется, что то и очень хорошо впишется в эту концепцию, вот, и сделает более уютным для прогулок жителей, для жителей всего города Видного. При работе над проектом благоустройства экологами был проведен осмотр лип на школьной. К сожалению, большинство из них больны. Настолько сильно болеют уже раком, что даже их лечение, оно, ну, такое дерево придет в порядок лет через 15-20 и под сомнением. Оно очень портит вид города, и, ну, в данном случае его будет лучше удалить. Но дело в том, что у нас есть много неравнодушных людей, они неправильно понимают ситуацию. Они, в сетях мы видим, что начинается скандал, начинаются там какие-то достаточно острые пересуды по поводу того, что город убивают и так далее. И все же большинство местных жителей считают оправданным решение заменить больные липы на здоровые туи. Василий гордится тем, что живет на одной из самых старейших улиц Видного. Гуляя с дочкой, внимательно следит за преображением школьной. Их подрезали, стоят такие вот кочерышки. Ну, я думаю, не нужно быть каким-то там дизайнером, чтобы понять, что это не особо как-то эстетично выглядит. Поэтому, я думаю, туи подойдут, нормально сюда, впишутся. Большую часть туи высадят в сквере на пересечении Советской и Школьной улиц. Это место должно стать зеленым, считают видновчане. Если присмотреться, то туи высаживают несколько иначе, чем пролегает пешеходная дорожка. Но это задел на будущее. В следующем году эту дорожку демонтируют и проложат новую. Она как раз будет параллельно высаженным деревьям. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.